Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 26 октября, пятница, и сегодня в Театре эстрады состоится официальное открытие джазового сезона. На сцену выйдут оркестры под управлением Николая Баранова, квинтет Андрея Плетнева, лучший джазовый трубач Сергей Пронь, многие другие известные джазовые музыканты. Сегодня у нас в гостях солисты и также, как говорится, участники открытия Театра эстрады джазового сезона Ирина Макарова и Илья Макаров. Однофамильцы сразу скажу, друзья, чтобы не перепутать. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Ну, во-первых, с открытием сезона. Спасибо. Я понимаю, что для любого человека открытие театрального сезона или музыкального сезона – это событие. Тем более сегодня такой большой, крупный, значит, получается у нас концерт. И давайте мы вот уже прямо сейчас с утра начнем это дело праздновать, какой-нибудь музыкальной композицией, а потом немножко поговорим. Хорошо. If you ever plant more west and travel my way, take the highway the best. Get your kick on Route 66. It winds from Chicago to LA. Get no trouble. With the way, get your kick on Route 66. Let it go, Frozen Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks out pretty goosey. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kid. Walk in the Cali deep. If you to take the California trip. Get your kick on Route 66. Did it get your kick on Route 66. Get your kick on Route 66. Спасибо большое, браво. Напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Макарова и Илья Макаров, клавишные инструменты. Сегодня чем будете удивлять вообще? Что вот в программе сегодняшнего концерта будет лично тебя, Ирина? Сегодня очень большой концерт в двух отделениях, очень насыщенный. Разнообразный, да, я понимаю, судя по составу. Как вы уже сказали, квинтет Андрея Плетнева, также Сергей Пронь. Очень много хороших музыкантов, талантливейших, под управлением оркестра, конечно. Легендарного, можно сказать. Баранова, да, Николай Сергеевич. Вот, это у нас, получается, открытие джазового сезона сегодня будет. И в рамках фестиваля про джаз. Также у нас вообще ожидается очень насыщенный джазовый сезон этот. И будет очень много приглашенных звезд. Например, в ноябре у нас приезжает Дебора Браун. В декабре планируется концерт под названием «Портреты великих джазменов». И вот 1 декабря будет концерт, посвященный Дюку Эллингтону. Ну, в общем, будет что послушать и посмотреть, тем более, что это не последние величины звезды, если не сказать, что первые, да, величины звезды. Ирина закончила эстрадно-джазовое отделение училища имени Чайковского, да? Да. Вот. И то же событие, кстати, друзья, в этом году училище отмечает свой 100-летний юбилей. Вот, также можно поздравить, потому что практически все ведь выпускники, да, училища работают в Театре эстрады и вот будут участвовать в этом фестивале. Ну, кроме Деборы Браун, конечно. Но она чуть позже приезжает. Вот. Кроме того, Ирина победительница, золотая медалистка Дельфийских игр, которые где проходили, кстати? Вот, в Новосибирске. Вот, в Новосибирске проходили. Вот. Тоже очень знаменательный и очень хороший фестивальный. Там много выступает артистов, да, насколько я знаю. И еще, Ирина когда-то в свое время работала в Театре музыкальной комедии, да? Сейчас, дай бог, вот, чтобы мне сейчас правильно... «Силиконовая дура», «Кошка» — это вот те мюзиклы, которые, да, вот, в которых ты участвовала. Сейчас в Театре эстрады «Игра без лишних слов». Вот такой идет мюзикл. И чем интересна тебе эта работа? Ну, я очень люблю эксперименты, и в данном мюзикле я могу полностью почувствовать себя
артистом. Я выхожу, я не просто пою. У меня есть определенная цель, определенная задача. То есть я погружаюсь в роль и выхожу на сцену уже в роли в другой. То есть не в роли Ирины Макаровой, а в определенном образе, с определенной... А что там за музыка звучит? А, там песня Давида Тухманова. Ага, вот те самые популярные, известные, да, мелодии Давида Тухманова. Один, кстати, из лучших композиторов. И вот сейчас даже его песни начинают больше и больше возрождать, да? Гениальнейшая песня просто. А какая там роль у тебя? У меня роль такой девчонки-хулиганки, переодетой в Чаплина. Ну, все сравнивают с Чаплином. Ну, она решила всех, так скажем, обмануть. Переоделась в мужчину, а на самом деле потом раскрывается, что она как бы женственная девушка. Кто автор этой идеи? Я знаю, что это арт-студия делает, да? Вот, да, Елена Николаевна Захарова, да, режиссер Захарова. Дмитрий Зимин. Сделай как раз в ноябре, 16 ноября у нас будет спектакль. 16 ноября. Да. Милости просим, дорогие наши телезрители. 16 ноября вспомнить, во-первых, замечательные песни Давида Тухманова, ну и, конечно же, в исполнении, это будут каверы, да? Да. Не прямые такие аналогии. Нет, да, уже, конечно, усовремененные. И... Ребят, ну вот я не могу просто вот не попроситься к вам в ваш дуэт, разбавить дуэт Макаровых, завершить наш разговор какой-то музыкальной композицией, и можно я с вами немножечко поиграю, я это дело очень страшно люблю. Надеюсь, что я не испорчу композицию. Как будет называться песня? Autumn Leaves, «Опавшие листья». «Опавшие», о, знаменитая мелодия. Я ее на французском, ну, а ты на английском. На английском, да. Ирина Макарова, друзья. The autumn leaves drive by the window. The autumn leaves are red and gold. I see your leaves. Days grow long, and soon I hear the winter song. But I miss you most of all, my darling. The autumn leaves start to fall. Grow long, and soon I hear the wicked song. But I miss you, masterful, my darling. The autumn leaves start to fall.
Большое спасибо. Браво, ребят. Спасибо, что подарили мне эту возможность сыграть с вами в дуэте, в трио. Ирина Макарова, Илья Макаров. Приходите на джаз. Хорошая музыка, которая помогает нам в трудные минуты. Я передаю слово своим коллегам.